Никогда не думал, что буду это делать. Всем привет! Очень важные новости! Весь сезон, 50 серий. Засмеялся и проиграл. Все серии в нашей озвучке. Вот прямо подряд, даже новинки. Или же возвращение Энтони к нам на канал. Озвучки его интервью регулярно, даже новые. Все самое лучшее. Именно это будет доступно у нас на Патреоне для тех, кто поможет собрать нам средства, потому что у нас денег на переводы совершенно нету. Мы лишились всех источников монетизации, поэтому мы просим вашей помощи, чтобы выходил хотя бы одно из наших топовых шоу. Я буду работать два раза усерднее, так как денег на них у нас нет. Каждая серия будет содержать благодарность и приходить к вам на почту до ее выхода. А наши топ-патроны получат серию сразу же после ее озвучки с личной благодарностью в конце. При хорошей поддержке они будут выходить настолько регулярно, что тебе придется откладывать планы, чтобы планировать просмотр такого количества серий. Камон, мы в прошлом году озвучили 200 роликов. 100 в этом. Все деньги пойдут на скорейший заказ переводов, и я сразу же сажусь за их озвучку. В смысле, сейчас у нас нет денег на перевод? Вообще, но с Патреоном будет такой шанс. Просто представьте, если 10 человек поддержат подписку первого уровня, тогда «Смеялся, проигрался» может выходить раз в месяц. Если же 10 человек поддержат подписку второго уровня, тогда он сможет выходить трижды в месяц. Сейчас он выходил раз в полгода. Просто по возможности. Как получится? Это же дико круто. Хотите, я даже буду стримить, как я ее озвучиваю? Без проблем. Если хотите. В общем, мы будем безумно благодарны, потому что все в твоих руках. Мы будем благодарить тебя в конце. Мы будем делать всякое, чтобы у тебя была улыбка. Так что огромное спасибо за помощь в это нелегкое для нас время. Ссылка в описании. Я готов начать озвучивать уже сейчас. Ну же! Ну! Я уже почти иду. Вот. Не переключайтесь. На самом деле у нас больше нет источников монетизации. А как вы могли заметить, у нас уже давно нет рекламы. Вот только появился TeamPay, потому что наши друзья по очень льготным условиям взяли у нас рекламу. Да, это не значит, что не будет вообще роликов. Я, естественно, буду заказывать переводы своих денег, тем более. В нашей команде отличные переводчики, сестры Лопатины. Они делают все очень круто, все очень удобно, очень быстро. И, возможно, из-за любви к Смошу не так дорого. Поэтому с короткими роликами, я думаю, все будет нормально. Это единственное, на что у меня хватает денег из личных средств. Все права на ролики, естественно, заявлены Смошем, Руди, Анваром, вообще всем, кому принадлежат эти ролики. То есть у нас там 1200 роликов на канале, и монетизация, наверное, у роликов 50, на которые они сами не обращают внимания, как и никто другой в интернете. И это все на фоне кризиса, падения просмотров, отсутствия рекламы, вот это вот всего. Еще страйков недавно кидали, кстати говоря, вот на «Засмеялся, проиграл», например. Я его перезалил вместе с закрепленным комментарием, естественно, то, что «Простите, вот у нас удалили видео». Естественно, люди отписывались, писали, что это перезалив. Не читая этот комментарий, оскорбляли. Я, кстати, последние 10 лет читаю все комментарии. Прям, я это обожаю. На самом деле, я не в обиде, потому что и приятных комментариев всегда очень много. В нашей команде сейчас появился замечательный редактор Полина Исл. Тоже безумный олдфак канала, который смотрит практически с самого начала. И она всегда передает мне все комментарии, особенно гневные. Так что я до сих пор всегда на пульсе настроения. И под каждым видео просит, чтобы озвучили «Засмеялся, проиграл» Энтони. И, к сожалению, вот один перевод и озвучка «Засмеялся, проиграл» лично у меня занимает целые выходные. То есть я работаю в будни и в выходные тоже работаю. На самом деле я всегда работаю, как вы не спросите, из моих знакомых, все, чем я занимаюсь, это делаю озвучки и работаю. Вот в прошлом году я озвучил 200 видео, в этом 100 видео. И мне очень нравится работать в паре. Тоха озвучивает великолепно, у нас очень схожие голоса, и у него свои фишки, у меня свои фишки, поэтому получается очень интересно. Плюс он делал дакинг на весь ролик, чтобы вы понимали, дакинг одного ролика может занимать 1,5 часа. И вот Тоха, мало того, что он делал дакинг, так он еще и убирал оригинальные голоса и поднимал музыку. Получалось просто великолепно, вы можете посмотреть все ролики, когда мы с ним вместе. Это очень круто. Но вот, к сожалению, ему тоже нужно зарабатывать деньги, и вот он сейчас вот не может помогать с этим всем, хотя тоже очень бы хотелось. Так что я оказался в такой ситуации. Притом, все последние 10 лет, я думаю, люди подтвердят, кто пытался, я все донаты всегда возвращал. Кто мне пытался хоть где-то скинуть денег, я все деньги возвращал. И это, наверное, первый раз, когда я вас прошу, если вы можете, поддержите, пожалуйста, канал на Патреоне, поддержите, пожалуйста, новые озвучки, выходы более длинных, интересных серий, потому что и длина ролика очень влияет на YouTube. У нас практически ничего не осталось от просмотров, и даже такое действие бы нам крайне помогло. На всем этом фоне не так много сил, чтобы вся работа выходила на убийство выходных, а «Засмеялся, проиграл», они практически уже ничего не собирают. Так же, как и возвращение Энтони особо ничего не собрало, и я знаю то, что многие очень просят, чтобы эти ролики выходили. И вот сейчас так получилось, что я прошу вас помощи, и даже не у всех, а тех, кто хотел, чтобы выходили «Смеялся, проиграл» или «Энтони». Потому что пока есть такая возможность выпускать раз в 2-3 месяца. То есть вот сейчас так вышло озвучить 3 «Засмеялся, проиграл», которые валялись уже пару лет, потому что там серии вообще из разных
периодов и вот одного Энтони с интервью. Хотя интервью у него интересных просто с ума сойти. Там есть такие штуки, от которых ты просто вау. Так же как вышли не самые смешные, смеялся про игрок. Так что если вы нас поддержите, это будет очень круто. Ссылка в описании, я готов приступить озвучивать уже прямо сейчас. А готов? Я вот готов прям сорваться и озвучивать. Ссылка в описании. А, там. И я сразу же приступаю. Как только набирается, хотя бы на одну серию, я сразу же приступаю. Сразу как набирается на одну серию, я сразу приступаю. Чё я говорю? Как только и сразу иду озвучивать. Ага. Спасибо заранее.